Всем привет, друзья! В общем, продолжаем испытывать автомобили на нашей импровизированной раллийной трассе в игре SnowRunner. И сегодня у нас будет Caterpillar 770G. Будет стоковая версия, базовая справа, которая стоит, и улучшенная, которая стоит слева. Реальные отличия между машинами — это двигатель-коробка и лебедка. Все, больше ничего нет. И начнем мы, конечно же, с базового автомобиля. Итак, базовый автомобиль у нас на старте. Дозаправляемся. И поехали. Давай-давай, разгоняйся, шевели булками своей, вот этой жопой здоровой. Двускатный. Так, у нас нет переднего привода. Ну, полного, собственно, нет привода. У нас привод только на задние колеса. Но зато у нас есть блокировка дифференциала. Но остается... Вопрос с углами въезда-съезда. Вопрос довольно серьезен. На жопе подвески у нас нету. Поэтому жопа будет прыгать. По-любому. Ну, как она? Там есть подвеска, но она такая. Не очень. Мягкая. Хотя вот, кстати, в разгруженном состоянии более-менее. На обзоре-то мы с цистерной двухтысячелитровые были. А сейчас вроде даже и ничего. Но все равно хода подвески у нас нету. Тут нет хода подвески. Давай-давай. Сейчас, мне кажется, будет тяжко уже заезжать. Такой все-таки специализированный грузовик. Все-таки для карьеров больше, чем... А, уперлись и мы, да, в бревно. Класс. Давай, езжай уж. Никак, да? А, как? Ну, он очень слабый. Движочек у него. Базовый двигатель очень слабый. Для такой машины здоровенный. Давай-давай-давай. О, все. Включаем автомат и поехали. Правда, мы довольно много... довольно сильно повредили двигатель. Я еще понимаю, что нам второй раз на второй машине это еще ездить. Ехать это, и я не хочу. На ней подвеска-то такая же. Колеса такие же. И легче не будет. Так, у нас тут будет брод. Ну, я думаю, что у нас тут заборник довольно высоко стоит. Не должен попасть вода в него. Так, за счет блокировки здесь у нас все отлично.
Давай, давай, не вязни. Езжай. Блять, притормозил, ёпта. Какой-то херней цепляет на бампере, блядь. Так, поворот крутой. Ну, мы его преодолеваем. Следующая точка — это мост, но я надеюсь, что мы туда залезем. У нас машина-то широкая. Но я бы не сказал, что он медленный. То есть напрямую он неплохо разгоняется. Так, вот мост. Давай-ка залезать. А, не, нормально. Передняя ось залезает спокойно. Так, здесь притормозим. Иначе наш головастик слетит башкой вперед. Ой, ты чё? Давай двигай жопой. Да, придется помогать лебедкой. Слабоват движочек, слабоват. Так, далее у нас будет брод. Но брод будет уже серьезный. Хороший будет брод. Главное, чтобы мы не заглохли. Как это сделал Лазов 5319 или Катерпиллар. Забыл, как он там, 745-й. Но 745-м повезло. Азову не повезло, его снесло нахрен и в реку унесло. Давай. Ёб твою мать, ты что, блядь? Поехали. Ну и совсем все плохо. Слушай, нам бы доехать на самом деле. А у нас очков ремонта с собой нету, да, наверное? По баку-то, блядь, можно не переживать. У нас там топливо просто завались.
Давай, езжай. Ты же не хочешь быть самым медленным, потому что такая вероятность-то есть. Давай, давай, давай. Он под нагрузкой дохнуть начинает. Блин, ну на пониженной он стабильнее едет. Конечно. Звуки страшные, конечно. В двигателе. С ума сойти. Да что ты, блядь, будешь делать? Не дотягивается она до того дерева-то, блин. Кобздец. Да что ты, ёпта. Мы так все двигатель поломаем. Окончательно. Ну давай, финишная прямая. Ура, блин, мы доехали. Охренеть. Друзья, время на ваших экранах, но мне кажется, все совсем очень печально. Почему-то вот так кажется. Ладно, переходим к топовому автомобилю.
автомобилю. Итак, автомобиль в топовой комплектации у нас на старте, да, заправляем его и начинаем. Так, запылил. Также ударяется у нас передним свесом. Передний свес у нас очень больная тема. Сейчас может на пониженный попробовать проехать. Да что ты, ёб твою мать, будешь делать? Блять, точек до хера, толку ни хера. Я имею в виду точек крепления. Опять мы половину двигателя ушатали. Давай его за этот. Эпическая сила. Все. Газу нахуй. Быстрее, блядь. Сейчас еще на этом. Брод, когда будем проезжать, еще там подушатаем. Так, сейчас тут как раз брод будет, но маленький. Проблем там не будет. Так, здесь чуть притормозить надо бы. Угу. Хорошо. Приложились.
Да, плохо, конечно, что он не может с собой очки ремонта возить. Это не есть хорошо. Так, аккуратно заезжаем. А то один раз я заехал, так что надо было переигрывать. Так, ну здесь прокопали уже на прошлой машине. Давай забирайся. Ну чё, затащишь-то без лебедки? Отлично, затащил. Так, и следующее у нас будет серьезное препятствие. Это брод. Для этой машины это препятствие действительно серьезное. Хотя, вот, казалось бы, воздухозаборник-то по правую сторону у нас стоит. Но почему-то игра думает, что он значительно ниже. Ну ладно. Давай, давай. Блядь. Свинота, ты чё? Бля, он заглох. Пиздец. Ну хотя, да, кстати, вот под водой у нас фильтр-то воздушный. Хотя, нет, чуть-чуть-то вот он, грибочек-то выглядывает. Давай. Скотобаза-то такая. Да, хреново. И даже река его не сдвигает вообще. То есть, ну вообще никак. Все. Но это, походу, сход, ребят. Это похоже, что сход. Окончательный и бесповоротный. К сожалению, топовый образец не прошел данное препятствие. Возможно, вероятно, что и тому-то базовому на самом деле повезло. Потому что вот, пожалуйста, мы заглохли. Ну что ж делать, время сейчас у вас на экранах прохождения этих автомобилей. У нас получается оформляется второй сход наряду с КАМАЗом 5319. И собственно на этом мы и заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии, увидимся в новых видосах и стримах. Всем пока. We'll be right back.